Перископ, майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Это мой прощальный выход. Прощальный выход в инстастори. Потому что я сделал себе телеграм-канал. И преимущество в том, что никакой ебаный школьник не будет мне ебать там мозги, задавать свои ебаные тупые вопросы, оспаривать мое мнение. Понимаете, в телеграм-канале можно просто следить за мной, смотреть, что я выставляю. Молча. Молча, ёб твою мать. Молча, блядь. Никто мне не сможет ебать мозги в телеграм-канале. Телеграм-канал – самая лучшая хуйня, которую придумали в соцсетях. Это идеальное дерьмо. Никто не будет писать мне свою хуйню. Никто ничего не будет мне оспаривать. Никаких тупых вопросов, ебаной школоты. Никаких вопросов про ебаный рот. Рай. Телеграм-канал – это рай. Поэтому, пацаны и девчонки, подписывайтесь. Бамберг Дима или Дима Бамберг. Как найдете, так и подпишитесь. Телеграм-канал – это охуенная тема. А здесь можете отсосать мой хуй. Здесь я больше никогда, блядь, не появлюсь. Я рот ебал инстастори. Потому что в инстастори куча ебаных мелких долбоебов с тупыми, сука, вопросами. Своим ебаным детским мнением. Ебал вашу маму, идите нахуй. А все остальные нормальные ребята, подписывайтесь ко мне в телеграм-канал. Там охуенно. Зачем вы ходили в эфир? Ты разучился просто истории снимать. Ты хочешь, чтобы я просто истории снимал? Ну да. Лучше же собрать пацанов сразу и всем сразу сказать. Окей. Просто я с древних времен, я с прошлого века. Я в прошлом веке жил, да, и у нас просто пацанов собираешь сразу вместе и говоришь свое дело. Просто мысли толкаешь прям сразу. По делу. По делу. А что я буду сейчас инстасторию снимать, как петух? Я собрал пацанов сразу и передал. Сейчас, смотри, уже 184 человек. Сейчас будет человек 300. Я передам свою мысль пацанам, все. А нахуй ты инстасторию снимать? Просто эфир ты удалишь сразу, я же тебя оставлю. Могу его оставить? А, ну тогда другое. Могу его оставить? Привет, пацаны. Сейчас надо кое-что важное сказать. Сейчас подождем, пока пацаны соберутся. Уже 260 человек, знаешь? Здесь чуть-чуть, и я вот начну разговаривать. Что ты хотела сказать еще? Федорович, что там май сказал ты? Еще чуть-чуть. Вот 287 уже. Сейчас вот за 300 перевалит, я скажу. 298. 305, вот, можно говорить, видишь? А, я собрал пацанов, можно. Пацаны, телеграм не запрут. Они попытаются, но не запрут. Вы справитесь, мы все останемся на коннекте. Вот, ебать всех в рот, кто хочет запретить вообще какие-либо соцсети и так далее, и так далее. Кто хочет ограничить нашу свободу, всем пошли нахуй. Вот поэтому подписывайтесь ко мне в телеграм-канал. Потому что нахуй Инстаграм. Инстаграм это тоже хуйня для петухов, вся вот эта вот инстастори. Я почти не веду, потому что, блядь, скучно. Меня Юра говорит, веди Инстаграм. Я говорю, блядь, ну не хочу. Кстати, знаете, почему я не веду еще, помимо этого, не веду инстастори? А у меня нет телефона. У меня с какого? С января? Да, наверное. У меня с января нет телефона, потому что я не стал. Я разъебал свой телефон и не стал покупать новый. Вот, я выхожу из дома, я вне досягаемости, и мне никто не ебет мозги, я прихожу домой. Беру в руки свой iPad, чекаю, что там мне написали, и отвечаю. Весь день свободный. Поэтому я не пишу инстастори, помимо всего, и не собираюсь. А телеграм-канал, охуенно, знаете почему? Телеграм есть у девушки моей, у нее есть доступ в мой телеграм-канал. Я могу к ней зайти, что-нибудь напиздеть, что-нибудь снять вам, передать, поговорить с вами, там, не знаю. А вы не можете комментить, вот еще, кстати, плюс телеграм-канала. Вот, поэтому, дуров красавчик, телеграм-канал охуенная вещь, никто не может хейтить, охуенно просто. Вот, поэтому не ссыте за телеграм, никто его не запрет. Камон.
Можно вот. Использовать VPN-сервисы всякие. VPN-сервис, я вообще в душе не ебу, что это. Она, наверное, ну, моложе намного. Она, кстати, намного моложе. Сколько ты моложе меня? 14. Ну, я могу быть твоим отцом? Нет. Бля, меня это возбуждает. Я могу быть твоим отцом? Нет, не могу. Тебе 14 лет. 14 лет ты мог бы стать моим отцом? Чисто физически, да. Чисто технически, да. Технически я мог бы уже и в 11, если что. Физически, биологически. Биологически. Я мог, ну, бля, я охуенно. Да, пойду да. Потрахаемся. Кто-нибудь из вас видел такой замок? Когда-нибудь? Кто пришел последний, тот жопой к лесам. Что значит начались тупые вопросы? Они были всегда. А вот и пидорок. Здравствуй и до свидания. Давай. У тебя трусики немножко подвинули в сторону. Кинь мне сюда. Я сюда. Бум-бум-бум. Тум-дум-дум. Хочешь помыть меня? Пока.